Ну, вот, вот так выглядит пакет. С виду свечки. Ну, сейчас мы посмотрим, что там внутри. Внутри вот такая история. Ну, вот это чтобы было понятно. Вот такие у нас продают в Гатчине свечки пенсионерам. В церковной лавке собора святого апостола Павла в Гатчине 82-летней пенсионерке Галине Кожевниковой подсунули макароны вместо свечей. Пожилая женщина рассказала, что накануне Нового года она захотела приобрести сразу 30 штук, чтобы поставить их за родителей и покойного брата. Однако старушка не успела сделать это, потому что накануне праздников у нее дома отключили свет. Кожевникова попыталась зажечь купленные свечи, но сделать это не получилось. Начала поджигать, не горит. Вторую не горит. Третью то же самое. Ну, думаю, ладно, утром погляжу. Ну и посмотрела, а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю, может, ниточкой покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось макароны, возмущается пенсионерка. Внучка женщины Ксения сняла купленные в храме свечи на видео и выложила ролик в интернет. Также она пошла разбираться в церковную лавку, однако ее работники только покрутили пальцем у виска, высказав мнение, что пожилая женщина сошла с ума.